выдохом, вдохом и выдохом вы ощущаете, что вы возвращаетесь в себя. На мастер-классе в Дании я второй раз, и это здорово. Раскрывается все, чувствуешь, как твой голос выходит из тебя, ты чувствуешь его вот во всей его силе. Но я думаю, что все еще впереди, и он больше раскроется в своей красоте, в своей силе, и будет прекрасным. Благодарю Даню за мастер-класс. Да, не надо высоко идти, прям чуть-чуть, немножко вверх. Прям хорошенько. Я впервые у Дани на семинаре только пришла, потому что видела его на концерте, и я очень приятно поражена, потому что очень профессиональный ведущий, очень хорошо знает, как работать с телом, как работать с голосом, как раскрывать, как раскрепощать. И я до сих пор в немножко таком состоянии прямо, не знаю, как сказать, очень раскрытом, вот, и в таком прям приподнятом. Я всем очень рекомендую этот семинар, потому что здесь есть сочетание очень таких глубоких и великолепных эмоций, и идет действительно профессионализма. То есть здесь можно как раскрепоститься, так и, в общем-то, научиться петь. Действительно, очень много дает Даня за 2 часа. Так что, если приходите, очень рекомендую. Я уже не первый раз в Дании на семинаре, и первый раз, когда я попала, у меня был шок. Потому что я всегда думала, что для того, чтобы научиться петь, нужно как минимум закончить музыкальную школу в детстве и вообще иметь какие-то предпосылки. Вот. Сама петь всегда хотела, но вот из-за вот этих каких-то моральных собственных барьеров никогда этого не пробовала делать. И в первый раз, придя к Дане на этот тренинг, через час вдруг я услышала себя, я поняла, что я могу петь, и еще петь красиво и иметь возможность выразиться через это. Ну, в общем, это просто что-то невероятное, какое-то волшебство. Даня для меня мастер очень высокого уровня, и я бы хотела ходить к нему чаще для того, чтобы поддерживать вот этот вот уже наработанный навык, вот, который с каждым разом все мощнее и мощнее и дает больше уверенности, и начинает уже задумываться о том, что действительно вообще все возможно. Нет никаких ограничений абсолютно. Спасибо тебе большое, Даня. Мы еще придем к тебе. Этот семинар – это сочетание техники и невероятного всплеска эмоций. Я чувствую себя очень счастливо, обязательно приду еще. Я чувствую, как проработали связки, я очень много для себя открыла. Спасибо, Даня, большое. Все, приходите. Ребят, это очень здоровский тренинг, я всем рекомендую сходить. Раскрывается голос и хочется петь. Пойте. Тренинг был абсолютно потрясающий, меня раскрыло, вскрыло, и я бы еще раз пришла. Спасибо большое. Хочется сказать огромное, теплое, искреннее спасибо Дане за такое мероприятие, потому что это позволяет не только раскрыть свой природный голос для каждого, абсолютно каждого человека, который вошел в эту комнату и доверился, но и помогает раскрыть душу этому процессу, этому потоку. И я уверена, что абсолютно каждый человек
который был здесь, унесет для себя эту гармонию, гармонию и созвучие с телом, со своим внутренним «я». Собственно, этого всего и ищет каждый человек. Поэтому я очень-очень-очень-очень сильно рада, что попала на такое мероприятие, и, безусловно, буду их посещать в дальнейшем. Красна девица.